Салатового нет. Футер вот ставый. Только такие. Фиолетовый. А вот яркий, этот с начесом будет. Какую брать, а? Я ж не знаю, для чего вам нужно. Типа такого света, да? А какой подойдет? Вам расшивать? Да. Ставки? Бабушка, это ночнушка это. Ну вот такой еще есть трикотаж, может его... А, и сколько метр? 950 рублей метр. Полметра можно? Да, конечно. Ну, такой двухслойный он. Так, у нас тут... На 400 километров. Сдачу посмотрю. Нет, давайте по карте. Нет, и там у нас еще, да, размена. Угу, пожалуйста. Все, можете забрать. Отсюда? Угу. Так быстро. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо за покупку. Всего доброго. Привоз новый, да, наверное? Да, привоз с Италии у нас новый. А что именно привезли? Костюмки, вот шелка и шерсть. Да, надо очень много. Чуть попозже, типа, день, да, да, мы еще... Андрей, кто с тобой играет? Доброе утро, Артем. Сейчас. Обожаю. Обожаю помытые волосы. Просто лезет везде. Еще и расческу не взяла. Вот это все рассыпается. Ненавижу. С работы ненавижу. Вот как можно? Эфирить. Я не понимаю, как Аня тут сидит, работает, еще успевает тут общаться. Я не понимаю. У меня нету такой многозадачности. Сейчас я еще даже музыку не включила. Спасибо, Алекс. Спасибо огромное. Спасибо.
автодебильная. Не знаю даже. Не выспалась, не знаю, это какой-то ужас. Я легла вчера...